К концу второго дня нашего путешествия мы добрались до Феодосии. Было уже темно, но мы решили прогуляться к морю. Вдали светились огни центральной набережной города. Мы остановились в гостинице «Подсолнечник» на берегу моря. Гостиница нам понравилась. Уютные номера, приятное обслуживание, недорогое проживание. 1600 рублей за однокомнатный двухместный номер. Так как были свободные номера, нам предоставили право выбора. Это тоже приятно порадовало. Гостиница находится в тихом, безлюдном месте, поэтому мы комфортно провели время. Ну вот, мы заселились. Что у нас в Феодосии? Гостиница «Подсолнух». Машину оставляли прямо у входа. Вот такой номер. Ну, за цену за 1600 в сутки очень даже нормально. Это номер наших друзей. Вы тут не в неглиже? Такой же номер, очень приличный. А что вам тут? Нормально. Телевизор почти советский. Ищи, должен быть. Нету. Это автоконечный вот этот, да? А я вот это включаю, да? Потом говорю, нет. Это автоконечный, да?